Дорогие друзья, у меня для вас есть приятная новость. В предстоящей выставке «Охота и рыболовство на Руси», которая пройдет в Москве, ЦВК, Экспоцентр с 3 по 6 марта. Есть приятный бонус – это скидка на входной билет. Получите 20% на входной билет по ссылке в описании. Приглашаем на международную выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 3 по 6 марта. Москва, Экспоцентр, павильон номер 2. Всем привет и доброе утро. Утро, как всегда, начинается, и всегда оно доброе, потому что начинается с Кирилла Удачи плюс «Вперед за живняком». Сегодняшняя локация, по сути, новая, потому что здесь не был очень-очень давно. Задачи сегодня непростые. Локация практически новая. Корм абсолютно новый, не испробован ни разу. Ну и наш любимый шарик говорит, что рыбы нет. Но шарик, конечно, это не единственный показатель, по которому мы ориентируемся. Наличие рыбы мы пытаемся в очередной раз для себя понять, шарик это панацея от всех болячек или нет. Маркером промеряюсь, понял, что глубина реально, как шарик и заявляет, около 7, 7, 7,1, 7,2, 7,4. Это вот мы просто по руслу шариком прокатывались, искали рыбу, увидели пару силуэтов, не более. Далее маркером перед собой я уже начал промеряться. Нашел переход структуры с достаточно прилиного в небольшую перемешку. Дробастер — это однозначно ракушка была. Чуть ближе конкретно стучим и начинаем подниматься в этот огромный отвесный подъем. По сути, это и была точка. То есть в начале перемешки только мы чуть-чуть на ракушку попадаем, начинается перемешка с илом. Это и была точка основная.
Прикормка – это новинка рынка 22 года, которая будет представлена на выставке. Ну, в данный момент она уже есть в продаже, вам скажу по секрету. Это прикормка, которая создана работать по холодной воде. Достаточно нейтральная, мягкая ароматика, даже более чем мягкая. Но механика на увлажнение уже удивила, потому что до этого, сразу говорю, не замешивал. Сегодня прям конкретные эксперименты по точке, эксперименты по корму, поэтому рыбалка, казалось бы, могла и не состояться. По запаху белая рыба больше понравилась, показался какой-то такой сливочный оттенок, еле-еле, но почему-то запах какой-то странный. Что-то напоминал, я все никак не мог вспомнить. После того, как туда попали две пачки мотыля, которые, кстати, ну прям мотылем назвать, наверное, не получится, а какая-то лайтовая смесь таких, по-моему, перчиков каких-то было. Вместе, когда это смешали, вообще запахло каким-то сыром. Просто реально какой-то плавленый, сливочный такой оттенок сыра. Я подумал, что сегодня будет день очень печальный. Но худо-бедно понемножку начали закармливаться, практически без живого компонента, чтобы понять, рыба приплывет вообще или нет. Потому что шарики, напоминаю, говорили, что ее здесь нет. То есть местной рыбы не было, ее приходилось однозначно собирать. После закорма первая поклевка, ну, наверное, минут через 20 уже произошла. То есть рыба на этот корм реагировала, рыба приплыла. Дальше работа с компонентом живым, который, соответственно, у нас, как всегда, в количестве. Это мелкий мотыль, насадочный, крупный урал, ну и опарыш. Так как все-таки понемножку весной, как видите, уже немножко начинает попахивать, картинка все приятнее, солнце выглядит и так далее. Понемножку, начиная раскачиваться живым компонентом, рыба просто хорошо зафиксировалась на точке. Самое главное для меня понять было по прикормке, какая рыба больше оценит этот корм. Оказалось, практически вся. Эта точка в свое время была популярна именно белоглазками, которые со старта, кстати, первые приплыли. Но дальше просто приплыл подлещик, который доминировал, не пускал туда эту ярусную рыбу. И подлещик достаточно хорошо отзывался, стоял на точке, уплывать никуда не собирался. Очень много показателей под задним плавником. То, что они постоянно этот корм жевали, питались им и никуда не собирались уплывать. По работе с бланком все очень просто. 3,6 с тестом до 80 грамм был где-то на грани. А перед нами начинается вот этот свал, за него частенько стал цепляться. Поэтому сразу взял бланк 14-футовый рефлекшн от флагман. И этим бланком с кормушкой 60-80, струя то сильнее, то слабее было, вполне себе нормально проловил. Поводок. Это 90 сантиметров, вставка 30 и поводок 60. С различными крючками. Наверное, один крючок, который можно выделить, это Grand Feeder серии 3, который так популярен в моем арсенале по подлещикам. Ну и, соответственно, Сильвер-Роуч, куда без него, когда закончились все гранды. Ядрит Мадрид, натрывал тут караул сколько. Сильвер-Роуч уже в 12 размере, такой солидный крючок, хорошо помог мне закончить рыбалку.
что финальный рыб на сегодня. Други, хватит нам бороться с этими бровками. То, что мы хотели проверить, мы проверили. А результаты в садочке мы, соответственно, сейчас с вами проверим. Что, друзья, итог таков. Вот она, белоглазка. И вот они, скиммерсы, которые просто пришли на точку. Завоевали, разогнали всех белоглазок. Самая рабочая насадка – это три мотыля. Крючочки я вам сказал. По сути, весной уже чувствуется, что попахивает. Впереди выставка, скидки, классные приглашения. Все есть в описании. Заходите, читайте, пользуйтесь. А с вами был ваш Сергей Бузанов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на новых рыбалках.